Привет всем! Спасибо, что зашли ко мне в гости на канал. В этом видео вы сможете увидеть обзор на всю косметику Charlotte Tilbury. У меня собралась уже довольно немаленькая коллекция за несколько лет. Есть пудровые румяна сразу в трех оттенках. Также небольшая коллекция помад у меня уже успела собраться. Карандаши для глаз просто в каком-то огромном количестве. Тональные средства, консилер, корректор, спрей для макияжа, палетки теней. Три стандартные палетки, четверки ее теней. Также есть лимитированные выпуски. Пять кремовых однушек теней. И, конечно же, бронзер, скульптор, хайлайтер. И есть еще вот такая вот лимитированная палетка, там, где сразу и тени, и румяна, и хайлайтер. В общем, такой, можно сказать, как travel дорожный набор. Скульптор, румяна, хайлайтер в кремовом варианте. И также у меня есть три кисти от Charlotte Tilbury. Сразу прошу прощения за мой не совсем приятный голос, так как я немножко заболела, но тем не менее надеюсь, что это вам не помешает получить в этом видео нужную интересующую вас информацию. Для тех, кто, возможно, вообще впервые слышит об этом бренде, скажу, что это очень знаменитый популярный британский бренд. Charlotte Tilbury, его основательница, она очень популярный, влиятельный визажист в бьюти фэшн индустрии, основала свой бренд в 2013 году. Работала с огромным множеством разных брендов, также работала в бренде косметическом Tom Ford. Для тех, кто, конечно, хотят познакомиться более поближе с этим брендом, узнать историю, вы сможете это сделать на ее сайте. Но я хочу приступить побыстрее уже к обзору, потому что количество косметики действительно очень большое. Чтобы не затягивать долгим вступлением и побыстрее разобраться, что из этого стоящие покупки, а что, возможно, лучше бы было пройти и стороной. Пойдем с вами по макияжному порядку. С того, как наносится макияж, это тональный крем, консилер, корректор. И вот такое чудо-средство, три в одном, все в одном. Это и тональный крем, и хайлайтер, и база под макияж. Начну с корректора, потому что именно он наносится самым первым в макияже. Конечно, при условии, если вы используете корректирующие средства. Оттенок, который использую я, это один Fair, самый светлый оттенок. Корректор этот создан специально для нежной зоны вокруг глаз, для того, чтобы убирать разные нюансы под глазами, темные круги, синячки, даже перекрывает пигментацию. Моментально убирает темные круги под глазами, действительно просто эффект фотошопа в жизни. Следующий плюс этого средства, то что оно абсолютно не сушит нежную кожу вокруг глаз, потому что в составе здесь есть уходовые компоненты. Ну и в течение дня при носке абсолютно не западает, не скатывается в морщинки, но, конечно, если при условии, как и любой другой подобный кремовый мягкий продукт, вы его после нанесения припудрите пудрой для зоны вокруг глаз. Очень прост в использовании, с его помощью можно сделать натуральный макияж, отлично наносится и кистью, также можно наносить просто кончиками пальцев, абсолютно не заметен на коже, но при этом отлично все, что нужно, маскирует, я думаю, это заметно даже на видео. Минусы этого средства? Их нет. Но, возможно, если, конечно, выискивать и придраться хоть к чему-нибудь, это, возможно, только лишь из-за формата упаковки, потому что здесь отсутствует кнопочка. Было бы гораздо, конечно, удобнее, если бы она была, поэтому приходится использовать кончики ногтей, и, следовательно, можно испортить свой маникюр. Сразу же в защиту этой упаковки могу сказать, что самое просто тугое плотное открытие, это когда вы только покупаете новое средство, после того, как вы уже попользуетесь им неделю, две, тем более месяц, когда эта упаковка будет более разработанная, она открывается более легко. Двигаемся дальше. Следующее средство, которое я хочу показать, это вот такой вот Flawless фильтр. Оттенок у меня 2 Light, и это самый универсальный оттенок для всех светлых тонов кожи. Дает довольно заметное свечение, можно смешивать с любым тональным кремом для придания тону свечения. Также можно наносить как базу под тон, и его будет заметно даже под плотным тоном от Charlotte Tilbury. Можно, конечно, наносить на скулы как хайлайтер, сверху на тональный, и он не будет разъедать тон, но здесь нужно сказать, что не со всеми тональными он дружит. Например, с тоном от Charlotte Tilbury он нормально будет себя вести. С некоторыми другими тональными, которые у меня есть, он не очень сдружился, скажем так. Что касается минусов, то это средство делает дырки в макияже, если нанести поверх пудры. Ну и, конечно, я не понимаю, почему Charlotte Tilbury заявляет, что его можно использовать как
тональный крем, потому что это абсолютно никакой не тональный крем. Это довольно странно будет смотреться на коже, если наносить его именно в качестве тонального крема, потому что лицо блестит просто нереально. Такое ощущение, как будто вы упали или куда-то лицом в хайлайтер, или вы какой-то персонаж из японского мультика аниме. На камере видео, возможно, вам покажется, что это не слишком яркое свечение, но поверьте мне, в жизни это все выглядит в 10 раз сильнее, особенно если, не дай бог, на вас посветит солнышко, то в таком случае вы будете выглядеть как знаменитый Эдвард из «Сумерек», когда на него светилось солнышко и все лицо блестело. Реально, вот это средство дает, если вам нужен, конечно, такой эффект, это средство 100% его сделает в качестве тонального крема. Следующий продукт – это тональный крем. Знаменитый тональный крем от Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. Оттенок у меня второй, нейтральный. Если у вас жирная, склонная к жирности или нормальная кожа, тогда он вам понравится. И если вам нужен тональный с плотным покрытием, в таком случае он тоже будет соответствовать вашим ожиданиям, потому что он как жидкий плотный консилер в баночке, но в виде тонального крема. Следующий плюс и минус. Настолько плотный, что после него не нужно наносить дополнительные кроющие продукты. Очень, конечно, красиво смотрится именно на фото и видеосъемки и не западает в поры, не подчеркивает их, как это могут делать другие тональные средства. В принципе, соответствуют своему названию Airbrush. В составе здесь есть уходовые компоненты для кожи, но, к сожалению, это совершенно не означает, что его можно наносить на голую, неподготовленную уходом или хорошей увлажняющей базой кожу. И, следовательно, из этого вытекают следующие минусы, которые я заметила при его использовании. Это то, что, конечно, если у вас сухая кожа или очень сухая кожа и есть какие-то шелушинки на лице, например, в зоне лба, то это средство, если не нанести хороший увлажняющий или питательный крем, очень сильно подчеркнет вот эти все нюансы. И, конечно, обладателям сухой кожи вряд ли подойдет этот тональный крем. Для дневного макияжа все-таки, я считаю, это средство слишком тяжелое, оно слишком заметное на коже, оно действительно выглядит как маска такая своеобразная. Но для вечернего макияжа, если нужен плотный тональный крем, тогда покупайте, просто не сомневаясь, потому что это самый плотный тональный крем, который я вообще когда-либо пробовал. Он просто все на свете перекрывает. И еще такая небольшая заметка, это когда я его наносила и не припудривала лицо, то уже, несмотря на всю его матовость и стойкость, то через час кожа замечательно начинала блестеть. Поэтому обязательно в любом случае хотя бы какой-то легкой рассыпчатой фиксирующей пудрой все же по нему нужно сверху проходиться. И если вы будете его покупать онлайн, глядя на свотчи, на сайтах, то имейте в виду, что это средство окисляется на полтона или даже тон. Следующий плюс, который я заметила у этого средства, это то, что у него абсолютно небольшой и даже наоборот экономный расход получается. Лично мне хватает для всего лица буквально 1-1.5 максимум нажатия. Самое плотное покрытие получается именно кистью для тона от Charlotte Tilbury Hollywood. Кроющее, но не такое слишком плотное покрытие будет с помощью кисти Artist. Следующий продукт, это у нас консилер Magic Away, ее знаменитый культовый консилер, который долго уже продается у нее на сайте, абсолютно не снимается с производства. Оттенок у меня 4 Fair. Погорячилась я с этим оттенком. Конечно, лучше бы взяла, наверное, или двойку, или тройку, потому что все-таки для моей кожи, как мне кажется, он немножко темноват и желтоват. Поэтому, если у вас такой же оттенок кожи, как у меня, не совершайте мою ошибку, не берите четверку, не дай бог какого-то еще там 5 или 6 оттенка. Покупайте себе тогда 2 или 3. Красивущая здесь очень люксовая упаковка, очень, кстати, похожа с упаковками у помад Charlotte Tilbury. Красивое такое люксовое, приятное розовое золото, абсолютно не трескается, краска не облазит, очень действительно хорошо, качественно сделана упаковка, внешний вид, по крайней мере. Но на этом мои похвалы его внешнего вида заканчиваются и начинаются плавно минусы. Первый минус – это то, что здесь очень тугая вот эта сама крышка, которую невозможно с первого раза и с легкостью открыть. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Уф. Примерно вот так приходится открывать каждый раз это средство. Далее, после того, как вы все же открыли это средство, вас ожидает очень неприятный сюрприз.
потому что вы сможете наслаждаться прекрасным, жутким, омерзительным спонжем, который весь пропитан консилером. Естественно, это не касается нового, только что купленного средства. Такое состояние, он у вас благополучно придет после второго или третьего использования. И, конечно же, такого формата средства это супер негигиенично, потому что там с невероятной скоростью развиваются бактерии и разные микробы. Реально, это будет просто какая-то чаша Петри. И неприятным бонусом получите еще огромный расход совсем недешевого средства. Потому что, как вы можете догадаться, через слой вот этого засохшего консилера в этой мочалке свежей порции консилера будет очень трудно пробиться. И поэтому, конечно, вместо одного или двух прокрутов, которых бы вам хватило полностью для того, чтобы использовать, вы будете больше прокручивать это средство из-за счет того, что этот спонж просто засохший, пропитанный. И, следовательно, конечно, потом средство достается больше, чем нужно, и расход, конечно, получается огромным. Следующий минус этой упаковки, то, что из-за этого пропитанного, разбухшего от консилера спонжа, крышка постоянно будет грязной. И сама верхняя часть упаковки тоже будет все время в консилере, из-за того, что внутри это все пачкается. И вдобавок к этим приятностям спонж очень сильно разбухает, что в свою очередь будет дополнительно создавать еще сложность и тугость при открытии. Поэтому, даже когда у вас консилер новый, только купленный, не жалейте и сразу же моментально отрывайте этот спонж. Так упаковка будет выглядеть более аккуратно, и само использование будет более гигиеничным и экономным. И, конечно, следующий огромнейший минус – это то, что очень мало самого продукта. Здесь всего лишь 4 мл. За такую огромную цену, мне кажется, это просто какое-то кощунство. Ну и напоследок об этом средстве. Хочу, конечно, завершить его плюсами. Что касается непосредственно самого продукта, это, конечно, очень красивый, правильный консилер. Он полностью маскирует все нюансы на коже, даже менее стали заметны, насколько мне показалось, мои шрамики на щечках от постакне. Самый плотный консилер, который есть у меня в коллекции, он плотнее даже, чем знаменитый Tarte Shape Tape. Но при этом он сливается с текстурой кожи и не выглядит маской, в отличие от, например, тонального крема предыдущего, поэтому можно его использовать даже для дневного макияжа. Когда закончится, я с большей вероятностью повторю эту покупку, но уже в более светлом оттенке. Переходим дальше к пудрам. У меня две пудры. Это рассыпчатая и стандартная прессованная. Тоже довольно знаменитая в Шарлотт Тилбери. Это является, по-моему, у нее одной из самых продаваемых ее средств. Начнем давайте, пожалуй, с рассыпчатой пудры сначала. Называется Magic Powder. Пудра для кожи вокруг глаз, для зоны вокруг глаз и для лица. Дает мягкий фокус, рассеивает свет за счет того, что в составе есть светоотражающие частички. Плюс здесь очень удобный формат упаковки. Есть защитный замок, который полностью закрывает пудру, и она не будет высыпаться внутри самой баночки. Поэтому ее можно брать с собой, например, в дорогу, в путешествие. В составе здесь есть разные уходовые компоненты, как в принципе и во всей косметике Charlotte Tilbury. Матирует лицо, но не делает наглухо матовый эффект, а наоборот, кожа с ней заматированная, но при этом натуральная, живая, с эффектом здорового свечения кожи. И нет эффекта слишком перепудренного лица, даже если вы ее нанесете слишком в большом количестве. Что касается, если ее использовать как просто пудру для кожи вокруг глаз, закрепление макияжа, в принципе, она справляется с поставленными задачами, неплохо держит макияж, ничего не скатывается, консилер никуда не плывет, не течет, но все-таки могут появляться уже через 3-3,5 часа мимические морщинки в этой области. Поэтому, конечно, если вы искали целенаправленно пудру, которую можно было использовать только как пудру под глаза, здесь бы я, наверное, посоветовала, возможно, обратить свое внимание на пудру от Laura Mercier. В общем, на пудру от Laura Mercier у нее есть такая маленькая прессованная пудра именно для зоны вокруг глаз. Вот она как раз таки держит макияж просто идеально в этой зоне, так что даже не появляются вот эти самые мимические морщинки в течение дня. Ну и раз уж мы уже заговорили с вами о пудре Laura Mercier, то я могу сказать, что эта пудра от Charlotte очень сильно похожа, или можно сказать, как аналог знаменитой пудры рассыпчатой, светоотражающей от Laura Mercier. Они действительно очень похожи по своему действию на коже. Ну и что касается оттенка этой пудры, всего два
первый фейер такой, как у меня, довольно светлый, кажется, в баночке, но на самом деле он на лице вообще полупрозрачный, не будет никакого белесого эффекта. И оттенок под номер 2, medium dark. Это уже для более темных, смуглых оттенков кожи. И теперь плавно переходим ко второй пудре. Это прессованная пудра. Airbrush Flawless Finish, эффект аэрографа с безупречным финишем. Это из этой же серии, что и предыдущий тональный крем, который я показывала в начале. Оттенок у меня первый, Fair, самый светлый. Пудра мелкого помола, поэтому на коже тоже не дает абсолютно никакой эффект слишком перепудренного лица. Прекрасно сочетается с разными тональными основами. И тем более хорошо будет, если вам нужно добавить дополнительно плотности цвета для вашей тональной основы. Ну и, конечно, имейте в виду, что у этой пудры все-таки здесь матовый финиш. Действительно чувствуется мелкий помол, так как она очень мягко ложится на коже, не создавая моментально слишком сильную запудренность и не отдавая яркий пигмент, так как это могут делать другие подобные прессованные пудры. Наоборот, она очень плавно, мягко передает пигмент, поэтому можно наслаивать, то есть с первого раза у вас не будет слишком яркий оттенок. Можно использовать, я, например, люблю ее использовать в весеннее-летнее время, когда я не хочу наносить плотные тональные крема и вообще не очень хочется пользоваться тональными кремами, это нанести какой-то SPF, например, уже с имеющимся выравнивающим тоном кожу пигментом, и тогда сверху я наношу эту пудру, и в принципе она очень хорошо перекрывает, выравнивает, точнее, тон кожи, но, естественно, если есть большие покраснения, пигментные пятна, с этим пудра настолько хорошо как тональный крем не справится. Абсолютно не сушит кожу, несмотря на свой матовый финиш, матовый эффект. Разницу вы сейчас видите на экране между двумя пудрами, поэтому пишите, какой результат от какой пудры вам нравится больше. Конечно, если нужен эффект матовости кожи и добавить плотности покрытия тональному крему, например, для вечернего макияжа, тогда этот вариант пудры, он, конечно, подойдет больше, чем рассыпчатая пудра. И наоборот, для тех, кто уже нанес тональный крем и не хочет дополнительно как-то уплотнять свой макияж, а наоборот любит полупрозрачные нюдовые макияжи, тогда, конечно же, лучше первый вариант пудры, это рассыпчатая. Что касается минусов этой пудры, здесь такая же самая история, что и с первым корректором, который я показывала. Минусов нет, единственная упаковка, потому что здесь отсутствует кнопочка и приходится каждый раз при помощи маникюра, при помощи пальцев открывать упаковку, но я уже, знаете, научилась как-то так ее открывать при помощи только лишь подушечек пальцев, абсолютно не используя ногти. Но для тех, конечно, кто первый раз купит эту пудру, и особенно когда эта крышка еще тугая, маникюр, конечно, первое время у вас будет гарантированно подпорченным. Переходим теперь к следующему категории продуктов. Это румяна, бронзеры, скульпторы, жидкие, кремовые, сухие текстуры. Сейчас в этом мы с вами попытаемся разобраться более подробно. Начнем с бронзера. Оттенок у меня 2 medium из этой же серии, что и тональный крем, и предыдущая прессованная пудра. Airbrush Bronzer, эффект аэрографа на коже. Из плюсов: он легко наносится на кожу, легко ложится, легко тушуется и абсолютно не плешивит, не оставляет пятна, как это могут делать другие матовые продукты. Стойкий, держится на коже весь день. Матовая формула, поэтому не будет подчеркивать особенно как-то поры и дополнительно подсвечивать разные нюансы на коже, например, неровную текстуру, в отличие от сатиновых бронзеров, которые имеют в своем составе мелкие блесточки. Но все же на моей коже у меня есть постакне шрамики, и он их немножко, скажем так, выделяет, немножко все-таки подчеркивает, именно если есть такие вот углубления, как у меня на коже от постакне. И плюс, конечно, здесь то, что можно менять рефил в этой упаковке, поэтому не нужно будет каждый раз, если вам понравится продукт, доплачивать, переплачивать за саму упаковку. Ну и давайте сразу же перейдем к скульптору. Фильм Star Bronze and Glow у меня находится вот в такой вот двушке. Это одна из предыдущих лимитированных рождественских коллекций. Сейчас они продаются в другой упаковке, но сама текстура, сам продукт остался все таким же прежним. Оттенок у меня Light Medium. Это самый идеальный оттенок скульптора, который есть на рынке. Он подходит для светлой и очень светлой кожи, для азиатского потона, для славянского потона кожи. Супер простой и легкий в нанесении. Даже новичка в макияже им будет очень легко пользоваться. И несмотря на то, что есть сатиновый финиш, он не подчеркивает так сильно мои шрамы и постакне, потому что здесь все-таки правильная, грамотная и легкая сатиновая формула. И последний плюс — это то, что это средство
средство очень экономное, в расходе его хватает действительно на очень долгое время. Ну а что касается каких-то минусов или каких-то негативных факторов этого скульптора, то лично для меня в этом продукте их нет. И теперь давайте перейдем к одним из самых популярных продуктов у Charlotte Tilbury. Это вот такие вот жидкие хайлайтер, румяна и скульптор контуринг. Контуринг у меня в оттенке Fair Medium. Это самый светлый оттенок. Все те плюсы, которые были у предыдущего скульптора, их можно применить и к этому продукту. Это самый простой в использовании, в то же время красивый, правильный, грамотный цвет среди тех кремовых бронзеров, что по крайней мере есть в моей коллекции. Им абсолютно невозможно испортить макияж, даже если слишком много вы нанесете, это нужно постараться, прям, знаете, чтобы испортить макияж при помощи вот этого продукта. Абсолютно легко растушевывается спонжем, кистью и даже буквально подушечками пальцев. Очень красивый получается, правильный, такой грамотный эффект теней на лице создает это средство. Огромнейший плюс этому средству то, что оно очень пластичное, моментально не застывает, не фиксируется за 2 секунды, поэтому есть время, чтобы поправить, если вдруг нанесли больше, чем нужно было, или ошиблись, например, с направлением тушевки. То есть это средство вам свободно даст несколько минут для того, чтобы подправить все это и подтушевать. Моментально не схватывается, как это могут делать другие кремовые текстуры. И из всей тройки, которую я только что показывала, бронзер, скульптор и контуринг, только лишь этот продукт абсолютно не подчеркивал мне текстуру на коже, а наоборот, как будто визуально ее выравнивал. Полностью застывает в течение 5 минут. Что касается минусов, то у этого продукта их абсолютно нет, даже несмотря на вот такую вот мочалку-спонж, которая была и у консилера. Каким-то магическим образом, точнее догадываюсь каким, скорее всего то, что консилер он более плотный, то это средство более жидкое, но не так сильно забивает вот эту вот мочалку, этот спонж, и поэтому это не превращается во что-то безобразное и отвратительное. Переходим теперь к румянам. У меня 3 оттенка румян. Это насколько позиционирует Charlotte Tilbury, самые знаменитые, самые хорошие вообще румяна в ее коллекции. Я не знаю, почему она так позиционирует, потому что сейчас, приготовьтесь, будет один сплошной негатив по поводу этого продукта. Оттенки у меня Pillow Talk, First Love и Sex on Fire. Все румяна Charlotte Tilbury из этой линии, они абсолютно разные по своему качеству. Что касается, например, самого ее популярного, распиаренного оттенка Pillow Talk, это вообще, на мой взгляд, самый отвратительный оттенок. Я вообще не знаю, кому он подходит и кому он нужен. Потому что то, как подчеркивает именно этот оттенок Pillow Talk, все мои нехорошие нюансы на коже не делал до этого ни один другой продукт, ни одни другие румяна, даже сатиновые, даже с каким-то светящимся финишем, такой гадости просто на моей коже не делали, как эти румяна. Это своего рода гибрид румян цвета и очень хорошего такого яркого хайлайтера. Именно этот оттенок больше других очень сильно подчеркивает всю текстуру кожи. Даже мелкие прыщички, которых не было видно, не было заметно до их нанесения, после становятся очень заметные, прям бросаются в глаза. Поры с этими румянами становятся просто за километр заметными. А все мои постакне шрамики на щеках, это просто они выглядели как какой-то кратер вулкана. Вот реально, я до того, как не использовала эти румяна, я не знала, что у меня настолько большие проблемы с кожей, что у меня настолько ужасная оказывается кожа. Хотя я все время считала, что она еще как бы в пределах допустимого, более-менее нормальная. То после использования данного продукта я очень сильно расстроилась. И поверьте мне, на видео этот весь ужас еще выглядел менее заметным, чем в жизни. В жизни это вот в зеркале выглядело еще в 1000 раз все хуже. И если бы не эти румяна, я бы никогда в жизни не догадалась, не узнала бы, что у меня настолько неровная и текстурная кожа. Это просто какой-то тихий ужас. Ну и кому же подойдут эти румяна, этот продукт? Я думаю, что, наверное, только людям, у кого очень красивая, такая прям как младенческая кожа, гладенькая, без пор, без каких-то мелких высыпаний, нюансов, постакне. Только людям с идеальной кожей
этот продукт, я думаю, показан. Всем остальным противопоказан. И, конечно, разочарование в том, что здесь очень странный темный оттенок, хотя это заявлено, что это обычный стандартный пилоток для светлой кожи, но он действительно очень странно выглядит на коже. Эффект от этого цвета, который получается на коже, такое чувство, как будто это синяк или какая-то гематома просто на щеке. Что касается оттенков First Love и Sex on Fire, уже не так сильно, конечно, подчеркивает текстуру, намного меньше, конечно, но все равно поры с ними точно так же были видны. Поэтому, если вы очень сильно хотите купить румяна именно из этой линии от Charlotte Tilbury, то выбирайте цвета, в которых меньше всего блесток и меньше всего свечения. Теперь переходим к кремовым текстурам. Кремовые румяна и хайлайтер. Румяна у меня в оттенке Pink Gasm и хайлайтер в оттенке Sport Light. Простой, легкий продукт в использовании, с ним будет легко делать макияж даже новичкам, прекрасно тушуется чем угодно, и кистью, и спонжем, и просто пальцами. Не растворяет тон, не делает дырок в макияже, даже если нанести поверх закрепленного пудрой тона. И, конечно, огромнейший плюс то, что здесь цвет не окисляется. То, каким цвет вы нанесли изначально на кожу, таким он и останется в течение дня. Из положительного, что не отнять, конечно, у этих румян, это то, что это идеальнейший продукт для дневного мейка, для нюда, для натурального и когда нужен эффект макияж без макияжа. Следующий плюс и сразу же минус, потому что кому-то это больше нравится, кому-то это меньше, это то, что это средство все-таки это своего рода такой гибрид хайлайтера и румян. Очень светящийся действительно продукт. Красивый, действительно очень красивый такой вот нежно-розовый оттенок. И в отличие от предыдущих румян, абсолютно не превращается в какое-то непонятное рыжее красное пятно. Но есть небольшая заметка. Это, конечно, то, что при искусственном освещении эти румяна очень сильно сверкают, практически как хайлайтер. При дневном освещении это сверкание, это мерцание, свечение, оно более такое приглушенное, более носибельная. С этим средством, на мой взгляд, макияж тоже, как и с предыдущим из этой же линии скульптором, невозможно практически испортить. Что касается хайлайтера, то все те плюсы, о которых я сказала относительно румян из этой же кремовой линии, можно применить и к хайлайтеру. Легко в использовании, нежный, красивый макияж получается с использования этого продукта. Деликатное, интеллигентное, современное на сегодняшний день дает свечение этот продукт. Ну и что касается сухого хайлайтера из палетки Film Star Bronze and Glow. Это красивый, довольно такой нежный, светло-золотистый оттенок, без какой-то яркой подложки, на прозрачной, скажем так, основе. Нежно, конечно, мерцает на коже, дает красивое свечение, но все-таки формула на сегодняшний день, мне кажется, немножко устаревшая. Сейчас в моде не такие все-таки яркие хайлайтеры, а уже более сдержанная, полупрозрачное, что ли, свечение, которое дают хайлайтеры, сейчас более в трендах. Даже если у вас мелкие какие-то прыщички есть на коже или расширенные, к примеру, поры, то он их все-таки подчеркнет и сделает более заметными. Но что касается самой упаковки, то здесь легко открывается кейс, о который не нужно ломать концы ногтей, портить наш с вами замечательный маникюр. Следующий продукт, который я хочу вам показать, это вот такая вот палетка, кремовая палетка румяна хайлайтер, оттенок Pretty Fresh. На сайте у Charlotte Tilbury я не заметила, чтобы ее продавали, возможно, она сняла ее уже с производства, но на других сайтах, где продают косметику, я еще замечала это чудо-средство в кавычках, поэтому хочу вас на всякий случай предостеречь от ненужной и не очень хорошей покупки. Из буквально парочки плюсов, которые можно применить к этой палетке, это то, что здесь, конечно, очень красивые такие цвета, baby pink, такие розовые, правильные, красивые, нежные девичьи цвета. На этом заканчиваются все положительные отзывы, и дальше начинается предостережение, чтобы вы ни в коем случае просто не смотрели в эту сторону, и если вдруг увидите даже по большим скидкам, ни в коем случае не покупайте, потому что это безумно сложный в нанесении продукт, моментально делает дырки в тональном покрытии, и просто когда сверху на тон, и даже если на закрепленной пудре, то он без разницы до пудры, перед пудрой, в любом случае, этот продукт делает огромные дырки в макияже. Такое чувство, как будто вы
провели, знаете, по этому месту каким-то гидрофильным маслом просто. Вот настолько это он съедает, он поднимает тональный крем. И не дай бог вам наносить этот продукт кистью, которая идет в комплекте к этим румянам, то буквально одно движение и все, большая полоса, большая проплешина на этом месте у вас в тональном креме. И последний положительный отзыв плюс для этих румян, это то, что там, где все-таки мне удалось нанести без проплешин эти румяна, они не подчеркивали расширенные поры, прыщички и шрамики на лице. То есть, если бы Charlotte Tilbury как-то более лучше доработала эту формулу, мне кажется, это был бы идеальный продукт. Ну и теперь переходим к палеткам теней для глаз. Сразу хочу сказать, что все тени у Charlotte Tilbury почему-то абсолютно разные по своему качеству. Например, в одних палетках теней есть вот этот ужаснейший рефил, который превращается в камень буквально через два использования. И обязательно нужно брать скотч, снимать вот этот верхний слой, чтобы хоть каким-то образом достать цвет, достать эти блесточки. То в других оттенках этой же самой линии теней для глаз от Charlotte Tilbury нет этого рефила. И также одни оттенки в своем составе имеют матовый рефил, другие оттенки этого рефила не имеют. Здесь полностью все сатиновые тени. Поэтому, конечно, к сожалению, не могу сказать, что они все одного и того же качества. Берите любую, который цвет вам понравится. Нет, здесь все-таки качество у всех палеток абсолютно разное. И из положительного, что заметила при использовании этих теней, это то, что это стандартные люксовые тени, но, возможно, немного с большей пигментацией, чем, например, тени от Chanel или тени от Dior стандартные такие вот. Здесь пигментация, наверное, все же побольше будет. Красивые, конечно, коммерческие макияжи с ними будут получаться, поэтому подойдут даже вот, если вы как визажист искали себе какие-то тени, то, конечно, с Charlotte Tilbury с ее тенями получаются очень красивые, носибельные, вот именно коммерческие макияжи. Легкие в использовании, легко наносятся, без проблем натушуются, абсолютно не залипают в пятна, стойкие, хорошо держатся в течение дня, абсолютно не скатываются в полоски, в морщинки, но это уже, наверное, больше зависит именно непосредственно от кожи век. На ком плохо, в принципе, держатся любые тени, то, конечно, перед использованием лучше наносить какую-то базу под тени хорошую. И минусы, которые я заметила вот таких вот четверках теней от Charlotte Tilbury, это то, что разные оттенки, то есть разные палетки теней, но в них могут повторяться цвета, или они могут быть очень-очень сильно близко друг к другу похожи, так что прям на коже, ну, особой разницы не будет. Хотелось бы, конечно, чтобы за такие деньги во всех палетках были абсолютно разные, не повторяющиеся между собой цвета. Что касается вот таких вот длинных палеток, одна палетка у меня Pillow Talk, вторая из предыдущей база прошлогодней, наверное, новогодней рождественской коллекции. При монтаже видео оказалось, что у меня не записался один кусочек видео, где я рассказывала про эти палетки, поэтому сейчас быстренько вам о них расскажу. В общем, что касается вот этих вот длинных палеток, они между собой очень похожи, и также вот такая вот палетка на 6 оттенков. У них очень между собой похожи матовые вот эти оттенки, мне кажется, это даже вот сейчас на видео заметно, и вообще практически идентичны вот эти вот сатиновые светлые оттенки, потом такой нежно-розовый, такой розовое шампанское, и вот такие вот как кирпично-розово-красные, то есть на кожу, когда их наносишь на веки, вообще отличия абсолютно никакого нет практически. Ну и то же самое касается вот таких вот четверок. Здесь одна палетка Pillow Talk, вторая Exaggeris, и наверное, все-таки при прочих равных я бы советовала купить не Pillow Talk, потому что все-таки здесь в рефиле цвет кажется нежно-розовый, на коже он передается вообще абсолютно каким-то оранжевым, кирпичным. Такой, знаете, эффект заплаканного глаза. Поэтому лучше, наверное, выбирать именно палетку Exaggeris. Здесь более такие спокойные цвета. Видео, возможно, вам может показаться, что они разного оттенка. Одна более такая розовая, другая коричневая. Но поверьте мне, на коже это выглядит практически идентичные цвета. Но и в этом видео для макияжа я использовала именно вот эту вот зеленую палетку от Charlotte Tilbury. Вообще, если вы задумываетесь, какую именно купить, что, какие именно тени купить от Charlotte Tilbury, конечно, я бы посоветовала брать именно вот эти вот длинные палетки. Во-первых, здесь качество все-таки получше, чем в этих четверках, и здесь отсутствует вот этот замыливающийся рефил. Точнее, он есть в одной лишь длинной палетке, это вот эта вот голубая, которая выходила пару лет назад на Новый год, такая рождественская новогодняя лимитка, здесь есть этот один замыливающийся оттенок, но в новых палетках, которые выходят у Charlotte Tilbury, он
этого оттенка вот в новых длинных палетках его уже нет. Ну и, конечно, помимо того, что качество здесь лучше, нежели вот в таких вот стандартных ее четверках, еще можно, плюс этим палеткам, еще в том, что еще можно сделать больше вариантов разного, получается, макияжа глаз. Ну и, конечно, еще отдельно хочу посоветовать, это вот такие вот палетки шестерки. Здесь тоже очень хорошее качество, очень хорошие сатины, они не плешивят, очень хорошо наносятся, без проплешин. Ну и отзывы, которые я на них слышала и читала, были только положительными. И что касается вот такого зеленого, оливкового, красивого оттенка, очень красивая палетка, называется она Rebel. Нравится она мне больше тем, что, по крайней мере, здесь отсутствует вот этот вот, как есть в предыдущих двух палетках, твердокаменный рефил, который действительно просто после 2-3 использований превращается в камень, его вообще невозможно цвет набрать ни пальцем, ни кистью, ничем. Приходится каждый раз брать скотч и отклеивать вот эту вот верхнюю замылившуюся часть. Но, к сожалению, здесь также отсутствует и матовый оттенок, как в этих двух предыдущих, поэтому здесь только лишь одни такие красивые сатинчики. И теперь переходим к одному из моих любимых продуктов от Charlotte Tilbury. Это вот такие вот кремовые тени для глаз. Идеальные кремовые тени высокого качества, которые я вообще когда-либо пробовала среди разных брендов, среди разных люксовых брендов, потому что они, во-первых, очень долго не засыхают. Вот такие однушки у меня уже на протяжении около 2 лет, и они абсолютно как новенькие, абсолютно не засыхают рефил. Супер легкие, простые в использовании, одинаково хорошо наносятся и кистью, и пальцем. На глазах стойкие, хорошо держатся в течение дня, не со создают полоски в складках на веки. Естественно, у кого жирные веки, нужна база под тени. Отлично служат в качестве подложки, например. Если для сухих теней, если вы хотите сделать более яркий макияж, то супер классная подложка в качестве для сухих теней. Красивые, интеллигентные и коммерческие все оттенки у этих кремовых однушек от Charlotte Tilbury. Абсолютно не сушат века, не кукожат, дополнительно как-то не стягивают вот эту нежную кожу и абсолютно не ощущаются на глазах в течение дня. Два лично моих самых любимых оттенка — это оттенок под названием Champagne. Это такой красивый, нежный, светлый цвет шампанского. И второй, самый любимейший просто мой оттенок, это Мария Антуанетта, но это старая версия названия. Сейчас он называется Oyster. И это самый продаваемый оттенок у Charlotte Tilbury в таких вот формате кремовых теней. Ну и теперь переходим к карандашам для глаз. Огромнейшая просто у меня уже собралась коллекция карандашей для глаз от Charlotte Tilbury. Давайте же с вами попробуем разобраться во всем этом моем косметическом безобразии. Что касается вот таких вот карандашей для глаз из постоянной коллекции, которые всегда продаются на сайте Charlotte Tilbury, они мягкие, гелевые, легко наносятся, абсолютно не царапают кожу и, конечно, очень стойкие. Отдельно хочется отметить оттенок Barbarella Brown. Это глубокий темно-коричневый оттенок, который подходит просто всем. В отличие от черного оттенка. И особенно будет идеальный темный цвет для блондинок. Для дневного макияжа идеальный цвет, в отличие от черного. Все-таки черный цвет, мне кажется, лучше оставить либо в прошлом, либо для прям каких-то суперплотных, супер таких плотных смоки айс для вечерних макияжей. Цветные карандаши хорошо подойдут для макияжа в карандашной технике, так как они мягкие, стойкие и хорошо пигментированы. Абсолютно никак не ощущаются на веках, на линии роста ресницы. Даже если вы нанесете слизистую, то не будет абсолютно никакого чувства дискомфорта. И теперь, что касается вот таких вот крупных карандашей от Charlotte Tilbury. Их можно использовать, как заявляет Charlotte Tilbury, в качестве просто как карандаша для глаз, подчеркивание ресничной линии, или же можно наносить прямо на все веко, растушевывая как тени, в качестве теней. Но здесь мы разберемся с вами поподробнее, потому что в качестве теней, мне кажется, это все-таки не совсем будет удавшийся продукт, потому что здесь, во-первых, качество зависит от цвета. Например, Black Diamond и Golden Quartz после фиксирования имеют остаточную липкость. А вот, например, у оттенков Amethyst и Dark Pearl она намного меньше чувствуется. И, конечно, когда я наносила в качестве теней, то помимо этой липкости и неприятного ощущения на веках, они все-таки западали в морщинки и не очень хорошо держались в течение дня, скатывались. И теперь практически мы подошли к завершению видео, и это помады для губ. Начнем давайте с блесков для губ. Это вот такие вот два есть у меня
коллагеновых блеска для губ. Название у них коллаген Lip Bath, то есть такая коллагеновая ванночка для губ. Действительно делают, придают объем губам за счет правильной своей текстуры, мельчайшего помола блестящих частиц и полупрозрачного перламутрового пигмента. Абсолютно не текут, если даже нанести большое количество, удобная кисть для того, чтобы аккуратно и ровно прокрасить контур губ. Идеально и легко можно нарисовать, прокрасить галочку на верхней губе. Есть, конечно, ощущение пломбира, но максимально еле ощутимое. Вообще я ненавижу косметику, которая как-то чувствуется на лице, и вообще не понимаю, кто любит пломбиры такие супер яркие, жгучие. То в этом варианте, конечно, здесь этот эффект пломбинга, он вообще минимально ощутим. Просто такой, знаете, как какой-то ментоловый холодок у вас на губах. Мой любимый оттенок — это вот такой вот Refresh Rose, прозрачный оттенок, потому что именно он больше всего зрительно увеличивает губы, и за счет того, что он прозрачный, его можно, конечно, использовать с любого оттенка помадами. И плюс вот этих, вот этой линии блесков для губ — это то, что здесь есть уходовые компоненты для губ, и он действительно, и они действительно увлажняют губы. Теперь переходим к помадам для губ от Charlotte Tilbury. У меня тоже такая довольно внушительная, немаленькая уже коллекция насобиралась. Есть практически все линии помад. Помада у меня из линии Hot Lips, Kissing и Hot Lips 2. И тут уже начинается среди помад такая же история, как и у теней для глаз. Это в том плане, что здесь они разные по своему качеству. Например, из одной линии у меня есть вот такие вот маленькие миниатюрки. Казалось бы, они должны быть одного и того же качества, как в любом другом бренде, когда покупаешь помаду, заявлено, если, допустим, линия Shine, они должны все блестеть. Если матовая, то они все будут матовые. Если увлажняющая, то это вся линия увлажняющая. Здесь почему-то зависит, в одной и той же линии, зависит текстура помады, именно зависит от конкретного цвета. Одни они почему-то более кажутся, как бы не кажутся, а есть более с увлажняющей формулой, то есть прям увлажняют, блестят на губах. А другой цвет, например, вот более яркий цвет у меня от Amazing Animal, он почему-то выглядит более матовым здесь. И это довольно, мне кажется, странно. Довольно странная такая тенденция намечается в помадах у Charlotte Tilbury. И это касается, в принципе, вот и остальных, и Hot Lips, и формулы Kissing. Все помады у Charlotte Tilbury имеют одушку, это ее стандартная такая ванильная, сладенький, такой ванильно-сладенький аромат, поэтому имейте в виду те, кто плохо относится к ароматам косметики, например, я тоже не очень люблю, когда в помадах есть яркая одушка, поэтому я предпочитаю больше, конечно, японские люксовые помады, потому что в японских люксовых помадах запах, вкус всегда отсутствует. В помадах Charlotte Tilbury вкус присутствует, это сладенький, почему-то некоторые оттенки сладенькие на вкус, и вот этот вот аромат, он будет ощущаться, особенно если вы нанесете плотным слоем помаду, он будет ощущаться довольно долго. То есть это не только аромат в момент нанесения, а прям вот пока у вас будет находиться эта помада на губах, и этот аромат вы тоже будете ощущать. Еще один минус у этих помад — это то, что на рекламных фотографиях цвет выглядит почему-то одним образом, но в жизни они абсолютно по-другому смотрятся на губах. Мне кажется, такого своего рода обман какой-то покупателя, потому что, заказывая нежно-розовый красивый нюдовый цвет, хочется получить именно его, а получаешь в итоге совершенно какой-то другой оттенок. Из положительного, что могу заметить, это, конечно, во-первых, очень красивые такие упаковки, прям люксовый люкс, приятный. Действительно, каждая, думаю, женщина, девушки в своей косметичке, на своем макияжном столике такие красивые футлярчики держать. И, естественно, это то, что здесь у Charlotte Tilbury, на мой взгляд, идеально, конечно, подобраны все красивые, люксовые, коммерческие оттенки. Абсолютно не плешивят, наносятся равномерно, не западают в морщинки и не подсушивают как-то дополнительно кожу губ. Единственный минус, конечно, который может быть, это если наносить вот плотным слоем, прям непосредственно из самого футляра, это то, что, конечно, довольно, как бы, на мой взгляд, довольно тяжеловато не ощущается, прям чувствуется, что у вас на губах что-то нанесено. Но если использовать, например, у меня просто сейчас под рукой нет кисть для макияжа для губ, наносить помаду не из самой упаковки, а набрать сначала кистью и потом уже на губы. Или, например, просто легонько нанести на губы, потом потушевать это пальчиком. В таком случае они вообще не практически, а абсолютно не ощущаются в таком случае на губах. И некоторые цвета
что я заметила, и некоторые цвета у Charlotte Tilbury, неважно какая это формула, это, наверное, все-таки зависит именно от самого цвета. Чем светлее цвет, тем он с большей вероятностью будет вам делать вот эту вот некрасивую, ужасную полоску на, возле слизистой на губах. У меня конкретно это делает оттенок Pillow Talk, самый опять-таки знаменитый, распиаренный, я вообще не понимаю. У нее все ее продукты, которые Pillow Talk супер знаменитые, распиаренные, она их так постоянно, вот эти оттенки прям показывает, какие они магические, фантастические. Но на деле, когда я делаю макияж при помощи вот этих оттенков, будь то помада, румяна или тени для глаз, это получаются, наоборот, мне кажется, самые неудачные оттенки. Также у меня есть вот такая вот миниатюрка блеска для губ, который, несмотря на то, что это, казалось бы, блеск для губ, но он имеет очень плотный кроющий цвет. Нюдовый оттенок у меня называется, он Pillow Talk, опять же таки Pillow Talk, господи, все просто у Charlotte Tilbury сплошной Pillow Talk какой-то. Из его положительных качеств это то, что он увлажняет и долго держится. Единственный минус, на сайте заявлено, что это не липкая все-таки текстура, но на самом деле он липкий, это неправда. Следующая, это вот такая вот интересная тонкая форма помады, вся блестящая, сверкающая. Называется помада Diamond, оттенок у меня Lucky Diamond, это самая светоотражающая и блестящая помада, которая вообще у меня когда-либо была в косметике. Вот она реально не ощущается на губах, но у нее очень странные оттенки и текстура. Это как такое, знаете, своего рода как будто глиттер в каком-то увлажняющем бальзаме для губ. То есть, когда вы ее наносите, она довольно приятно наносится, даже чувствуется, что увлажняют губы, но после того, как вы снимете весь макияж, вот эти светоотражающие частички, точнее блесточки, шиммер или глиттер, как это правильно назвать, он как будто впитывается в губы, и даже после снятия макияжа на губах остаются вот эти вот серебристые частички блестящие. Следующие две помады, это из линии Hollywood Lips, у меня два оттенка, это Best Actress и Too Bad I'm Bad. Это классическая жидкая матовая помада, примерно из 2016 года, очень удобные аппликаторы. На мое удивление, здесь необычной формы, хорошо наносится, но подчеркивает текстуру губ, морщинки, сухие кусочки кожи, довольно тяжело ощущается на губах, поэтому, конечно, хочется ее поскорее смыть. Это вот реально такая классика из прошлого, когда были популярные помады от Kylie, от Anastasia Beverly Hills, вот эти их знаменитые матовые помады в жидкой формуле. Ну и, конечно, если постараться нанести более тонким слоем, растушевать или кистью, или пальчиком, тогда они не настолько сушащими на губах будут ощущаться. И, возможно, такой будет эффект, как у современных корейских матово-пудровых помад. Но одно из последнего, что хочу показать вам в этом видео, это вот такая вот лимитированная палетка для лица. Здесь есть три оттенка для глаз: бронзер, румяна и хайлайтер. Можно попробовать сразу несколько продуктов от Charlotte Tilbury и удобно брать с собой, например, в дорогу, в путешествие. Удобный формат выпуска здесь. Минусы, конечно, это все-таки здесь не те же самые продукты, что в постоянной коллекции. Тени имеют немножко другое качество, бронзер также абсолютно другой и румяна. Другие по качеству, но такие же, как и в постоянной коллекции, ровно такие же, подчеркивающие текстуру кожи. Что касается бронзера в этой палетке, то он здесь, это что-то среднее между стандартным матовым, который я показывала в начале видео, и скульптором. Оттенок похож более на матовый цвет, но присутствует сатиновое свечение, как у скульптора. Хайлайтер по оттенку очень похож, как в палетке со скульптором, но более блестящий и более мерцающий. Румяна более здесь пигментированы, нежели в стандартном формате выпуска румян Charlotte Tilbury, и при сводче они, конечно, ощущаются более мягкими, такими шелковистыми, похожими на тени. В отличие от румян стандартной этой упаковки, здесь они, конечно, более такой рефинг каменный, более жесткий. Тени похожего качества, что и в других палетках у Charlotte Tilbury, они не пятнят, как-то особо не осыпаются, нормально тушуются. Нанесение вы можете сейчас наблюдать на видео, пишите, насколько вам нравится эта палетка. Из плюсов ее это то, что, конечно, красивая, сверкающая, праздничная упаковка, которая будет радовать глаз, поднимать настроение, будет красивым украшением для макияжного столика. Тени хорошо наносятся, как я уже сказала, и главный плюс, что здесь отсутствует вот этот злосчастный рефил, который замыливается. И что касается
касается бронзера в этой палетке, здесь, конечно, формула не та же самая, что у бронзера, который я показывала в самом начале. И он гораздо больше подчеркивает текстуру кожи, нежели вот этот матовый бронзер. Но и последнее, что я могу сказать по поводу этой палетки, несмотря на то, что я ее похвалила по поводу ее красивого внешнего вида, к сожалению, со временем она у меня перестала плотно закрываться, практически постоянно находится в открытом состоянии. Это, конечно, очень плохо, особенно если с учетом того, что вы хотите брать ее, использовать ее где-то с собой в дороге. Средство для бровей, о котором, наверное, нужно было сказать в самом начале макияжа, почему-то о нем совершенно забыла, это вот такой вот гель для бровей. Оттенок у меня блонд, для меня это очень удобная маленькая кисточка, которой можно детально прокрасить бровь, придает значительный объем бровям, поэтому отлично подойдет тем, у кого мало волосков на бровях, у кого они очень редкие, даже с лысой брови магическим образом появляются волоски и объем. Минус, если все-таки есть пушок вокруг брови, то каким-то образом она его тоже захватывает, несмотря на свой маленький размер кисти, и прокрашивает тоже. Нравится мне, какой получается в итоге моя бровь после использования этой туши. И следующий немаловажный плюс, это то, что это средство довольно долго не засыхает, в отличие от других гелей для бровей, которые есть у меня в коллекции. Практически гели для бровей у меня засыхают, наверное, в течение 1-2 месяца, то это средство у меня уже находится около полугода, может быть, даже немножко больше, и оно абсолютно вот до сих пор как новое. И еще одно средство, которое стоило бы показать в самом начале, о котором я забыла, это вот такой вот интересный тональный крем. Точнее, это даже не тональный крем, это называется Healthy Glow Unisex, то есть как бы и мужчинам, и женщинам можно использовать. Это даже не автозагар, это такое довольно интересное средство, как какие-то, знаете, вот такие BB-кремы корейские, то есть сначала мы, когда его наносим на руку, он получается, на руку, на лицо, он получается белый, как уходовый крем, а при контакте с кожей, при том моменте, когда вы его растираете на коже, он уже приобретает цвет. Но цвет, конечно, здесь нет выбора оттенков, есть только лишь один такой вариант, и цвет получается довольно яркий, темноватый, но, конечно, сейчас в зимний период, или в период ранней весны, когда мы все такие белоснежки, абсолютно не загорелыми. Конечно, он сейчас мне не подходит, но я обожаю это средство использовать именно летом. Потому что, конечно, летом, когда мы подзагораем, тогда этот цвет, мне кажется, просто идеально в тон загара. Еще мне это средство понравилось тем, что мне показалось, что это идеально прям для жаркого, для летнего, для влажного климата. Даже в японскую жару, когда очень жарко, когда 80% влажности, это средство абсолютно не текло. И наоборот, даже как будто держала вот эти вот все себумные выделения на коже в норме. Но здесь, конечно, имейте в виду то, что здесь есть такой вот парфюмированный аромат у этого средства. И, конечно же, повторюсь еще раз, для зимнего периода абсолютно нет, потому что, во-первых, цвет абсолютно не подходит. И, возможно, он немножко за счет того, что он имеет свойство вот эти вот регулировать себум, для зимнего периода это будет, наверное, немножко все же как подсушивающий вариант. Но для лета вообще супер идеальное средство. Карандаш для губ, о котором стоило бы сказать в момент рассказа о помадах, у меня один карандаш для губ от Charlotte Tilbury в оттенке, догадайтесь с первого раза какой, в оттенке правильно Pillow Talk. В отличие от помады и от теней для глаз, от румян, здесь этот оттенок меня полностью устраивает, здесь это уже действительно красивый такой нежно-розовый оттенок. Понравился мне этот карандаш, в принципе, хороший, стандартный, люксовый карандаш, мягенький в меру, хорошо наносится на губы, красиво подчеркивает контур губ, и главное то, что он довольно стойкий. Поэтому, если вы задумывались о покупке карандаша для губ от Charlotte Tilbury, то здесь это будет, я думаю, положительная для вас покупка. Конечно, я могу порекомендовать это средство. Ну и мы уже почти добрались к концу самого видео. Осталось всего 2 продукта на обзоре. Это вот такие вот кисти и фиксирующий спрей для макияжа. Что касается кистей для макияжа, то это одна вот такая вот маленькая у меня есть кисть, которая шла в комплекте с лимитированной палеткой бронзер, точнее скульптор и хайлайтер. Она продается в такой же форме, но, возможно, немножко побольше у нее будет ручка. Продается отдельно, как самостоятельный продукт. Поэтому, думаю, стоит быстренько о ней сказать. Если вы ее увидите где-то на скидках, то покупайте смело, не задумывайтесь.
обращайтесь, потому что действительно крутая кисть, именно идеальная форма, идеальный размер для того, чтобы наносить скульптор на лицо, для того, чтобы подчеркивать тонкие линии на лице, и очень хорошо распределяет также хайлайтер, разные светящиеся, светоотражающие текстуры. Но, конечно, если брать как по полной цене, у Charlotte Tilbury довольно высокие цены, и на кисти также, мне кажется, что здесь будет дороговато, так как здесь все-таки искусственный, насколько я могу понять, ворс. И вторая вот такая вот кисть, которая тоже постоянно продается в постоянной коллекции, все время есть на сайте у Charlotte Tilbury. Я ее покупала на сайте Beautylish, называется она Hollywood Complexion. Ой, здесь у меня уже немножко наполовину разочарование, наполовину вдохновение, потому что все-таки та часть, которая создана для нанесения крема, мне она не очень сильно нравится, она слишком плотная и при этом, мне кажется, очень маленький такой вот у нее объем. Это больше, наверное, как бы подошло, опять же таки, для скульптора, для какого-то. И наносит она все кремовые продукты довольно плотно. И при этом я бы не сказала, что как-то хорошо они растушевываются. Поэтому та сторона, которая для тонального крема, к ней есть, конечно, вопросики, сомнения. Здесь 50 на 50. А вот что касается стороны. Она, мне очень нравится эта сторона. Скошенная кисточка, тоненькая, для нанесения консилера. Я люблю использовать, именно нанося первый корректор, который я показывала для зоны вокруг глаз. Идеально, мне кажется, она для этого создана, потому что прекрасно можно подобраться к зоне синячков на переносице. И, конечно, отлично наносит продукт под глаза. И особенно, если вы не хотите пачкать пальцами или есть маникюр, от которого в тональных средствах, креме могут оставаться на лице полоски, то, конечно, гораздо удобнее использовать вот такую вот кисточку. Довольно часто использую, постоянно мою. В общем, особо, знаете, не берегу. Использую беспощадно. И с учетом этого всего, она, в принципе, за протяжение как 3 года она у меня уже, по-моему, есть. Да, примерно 3 года она в моей косметической коллекции. Она, в принципе, еще очень хорошо, практически как новая, сохранилась. И последнее на сегодня в этом видео – это фиксирующий спрей от Charlotte Tilbury Airbrush Flawless из той же линии, с тем же названием, что и тональный крем, бронзер и прессованная пудра. Казалось бы, что можно сказать хорошего или плохого по поводу фиксирующих спреев, но и здесь есть свои все-таки нюансы. Это один из лучших спреев для фиксации макияжа, что я пробовала. Он как будто склеивает макияж, но не в том плане, что у вас какое-то липкое лицо, а он именно, знаете, как будто он его реально приклеивает к вашему лицу, вот такой вот дает эффект, абсолютно не стягивает, нет никаких негативных, неприятных ощущений после его нанесения, как, например, от каких-то более бюджетных марок это может быть. Имеет очень приятный травянистый, свежий, люксовый аромат. Думаю, об этом обязательно нужно сказать. Опять же таки, для тех эта информация полезна, кто не переносит ароматы в косметике. Но, повторюсь, аромат очень приятный для тех, кто нормально относится к запахам, к ароматам в косметике, я думаю, этот аромат понравится. Очень хорошо убирает чрезмеренную запудренность, так что если вы немножко переборщили с пудрой, знаете, это средство поможет это все как бы нивелировать, убрать. Можно нанести перед макияжем, и он улучшит качество и стойкость макияжа. Ну и, конечно, здесь последний немаловажный плюс, то, что очень красивая, все-таки люксовая такая упаковка, которую действительно приятно держать в руках и пользоваться ей. Минус этого спрея нет, абсолютно отсутствует. Ну еще, конечно, стоит сказать и похвалить, это то, что здесь... Надеюсь, вам было заметно. В общем, здесь очень классный сам распылитель. Вот эта помпа, она очень-очень мелкой вуалью распыляет этот спрей. А это немаловажно для фиксирующих спреев, в отличие, например, от других, которые это делают какими-то отдельными словно каплями. Надеюсь, у меня сегодня получился максимально информативный, полезный, познавательный обзор для вас. Я, конечно же, буду благодарна, если вы поставите этому видео лайк. Также пишите в комментариях, какие вас бренды косметические интересуют, на какие бы темы вы хотели увидеть следующие мои ролики. Большое спасибо всем за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. Ну и до новых встреч! Всего хорошего. Пока-пока.